Всем привет, мои дорогие друзья. Знаю, что меня долго не было. Я, короче, можно так сказать, выбирал то, что я хочу сделать. И решился... А, кстати, вы не обращайте внимания на задний фон, просто мне было лень делать там... выбор своего персонажа, вот это... Какая-то хуйня... Этот... Не идите, это что на заднем фоне... Ну, чей геймплей. Так вот, сути к видео. Так вот, та самый проект, о котором я говорил. Так вот, я собираюсь сделать сериал по Doors. Вы, плевать, кто-нибудь в комментариях начнет, если что, типа... Зачем ты идешь сериал по какой-то хоррор-игрушке? Я хочу, я и сделаю. Молчать, блядь. Короче, объясню этот для малолеток, которые будут по-любому мне писать. Сериал будет не детский, типа не как там, типа, ой, жизнь аниматроников, как вот эти там делают. Будет нормальный сериал. Я найду хорошего сценариста, который будет писать там неинтересные эти серии. И этот там будут маты, и то это зацензурено, ну хотя бы что-то. Уже 3 человека есть, ну и нужно найти только 2 женских персонажа. Ладно, найду и сообщу. Поддержать проект вы можете максимум только в комментариях, лайками и подписками. Отдельно я сделаю канал, чтобы этот был удобнее смотреть. И, наверное, это будет конец ролика. Да, такой короткий, но все же, зато много информации. Желаю всем, наверное, удачи. Всем пока. И чтобы у вас стоял.